Дорогие участники фестиваля Golden Time, рада приветствовать вас, поздравляю победителей. И хочу сказать, что в этот раз уровень был очень высокий, было много достойных конкурсантов. В юной категории мне хотелось бы выделить Ольгу Таньска, в следующей категории Софию Шилову. Вы показали отличную технику, музыкальность и уверенность в исполнении. Далее девушки, молодые люди постарше, 15-19 лет, на хор «На любовь». Отличное джазовое произведение. Аккордеонист Иван Хамольский порадовал. Да, очень уверенно, очень музыкально и, опять-таки, с хорошей техникой. И замечательное выступление ансамбля скрипачей музыкального колледжа. Спасибо вам большое. Желаю всем участникам дальнейших успехов, побед.